Окей. В общем, сегодня я хотел рассказать об одном сервисе с Амазона. Называется он Glue. Используется он для ETL в Амазоне. И, в общем-то, хотел дать такой более как вводную презентацию, да, чтобы люди поняли, что это такое, там, как его использовать. То есть, что будет в этой презентации, да? То есть я расскажу, что такое именно этот AWS Glue, какая у него функциональность, также какие у него есть дополнительные фичи и как он взаимодействует с другими AWS сервисами. И в конце, если успеем, то я еще хотел бы показать демо, то есть лайв-демо, как там все это происходит. Итак, да, то есть что такое этот Glue, да? Glue это то есть такой новый сервис в Амазоне, он появился в 2017 году. Собственно говоря, он, насколько я понимаю, он пришел на замену такого сервиса, как AWS Data Pipeline, если кто знает. То есть он как бы представляет собой serverless, то есть бессерверную технологию для того, чтобы пользователи ранили джобы трансформации. И как говорит Amazon, то есть он достаточно прост в использовании, то есть он может автоматически идентифицировать схему в каких-то внешних данных, например, данных на S3, и даже еще может автоматически генерировать код для выполнения джобов. Причем код может быть сгенерирован, то есть есть сейчас три языка, которые поддерживают Glue, это Python, Java и Scala. Также он интегрируется с такими сервисами, как S3, да, то есть базами данных в Амазоне, RDS, Redshift, даже Amazon EMR, Athena, например, такой новый сервис. И да, то, что он serverless, я уже упоминал, да, то есть это что значит? То есть то, что код, который генерируется этим Glue, он ранится на инфраструктуре Амазона, да, который там стартует Apache Spark кластер, так называемый. И на нем это все выполняется, но юзер абсолютно не принимает никакого участия в этом, то есть там даже конфигурация, даже он не сможет конфигурировать этот Spark кластер. И да. Давайте перейдем к функциональности. То есть одна из функциональностей это каталог. То есть каталог это как бы метаданные, да, которые Glue хранит для того, чтобы, как говорится, хранить вот объекты, с которыми как бы будет производиться работа в джобе. И вот что можно, как он организован? То есть организован он в виде database, но это не база данных, это просто как метадата. И в каждой базе данных можно определять таблицы. А таблицы, соответственно, они будут, то есть они реляционные таблицы, а таблицы, которые референсят какие-то, например, сорсы, либо destination. То есть это может быть S3, там, S3 путь к файлу, либо там какой-то, например, партиционированный паркет, который хранится на S3. И, собственно, Glue это все как бы каталогизирует, да, и потом с этими объектами можно в нем как бы делать разные манипуляции ETL. Итак, да, то есть после того, как мы каталогизировали все данные, да, то есть все источники, с которыми нужно работать,
точнее, в процессе, да, в процессе каталогизации нужно как бы у этих источников еще получить схему. То есть нужно понять, какая как бы схема у там CSV файла, например, с которым мы будем работать. И вот для этого в Glue есть такая функциональность, они назвали его краулер, такой спайдер, который, собственно говоря, эту схему идентифицирует, причем он идентифицирует ее с помощью так называемых классификаторов, classifiers. И можно использовать даже два вида classifiers, то есть есть так называемые built-in classifiers, то есть встроенные классификаторы, которые уже есть в Glue, и которых, в принципе, достаточно для того, чтобы идентифицировать схему у большинства форматов, таких как CSV, там, Avro, Parquet, все. То есть Glue полностью может автоматически идентифицировать схему у них. Но если, допустим, файл какой-то, который имеет свою собственную схему и который не попадает под вот этот built-in classifier, можно создать свой классифайер, и, соответственно, таким образом можно задискаверить схему какого-то файла с необычной структурой. И да, также, кроме вот краулер, есть еще такая штука, как connection, да? То есть краулер используется для discovery схемы в каких-то внешних файлах, да, которые лежат на S3, а connection используется, соответственно, для баз данных, либо баз данных, которые уже есть в Амазоне, таких как RDS, да, или Redshift, которые работают как сервисы, либо вот JDBC connection. Да, еще такой момент, что эти краулеры, они работают под IAM ролью. То есть это значит, что ее нужно отдельно конфигурить, чтобы она имела доступ, например, к вот всем этим источникам, которые нужны. Да, это, собственно говоря, об этом я говорил, то, что классифайеры могут быть built-in и custom. И вот built-in, они практически поддерживают очень много форматов, да, включая вот эти вот основные, типа паркета, CSV, даже JSON, базы данных и даже логи, даже там какие-то вот kernel Ruby logs тоже могут быть идентифицированы автоматически. Да, то есть, итак, следующий степ, да, то есть мы каталогизировали данные, мы нашли, то есть определили схемы, которые есть у нас в source табличках и в таргете, и теперь как бы следующий этап — это build job в Glue. И, собственно говоря, то есть джоба может сгенериться автоматически, потому что у Glue есть такая фича, как автоматическая генерация кода для простых операций, например. Туда можно передать аргументы, потом можно в эту джобу еще добавить свои, то есть если там она на Python написана, да, если есть экспертиза в Python, то можно, собственно говоря, в эту автогенерированную джобу добавить свой код, да, который там делает дополнительные трансформации и экстендить ее. И, собственно говоря, в конце концов то есть эта джоба скедулится, причем с помощью триггера. Причем триггеры могут быть двух видов. То есть они могут быть в зависимости от ивента, либо по расписанию. То есть можно задать, например, таким образом можно задать, например, цепочку, да, то есть не просто одна джоба, а можно сделать там цепочку джоб, которая будет выполняться одна с одной. И то есть это будет такой пайплайн.
Эти джобы, они также сейвятся в этом Data Catalog, и их можно потом запускать, траблшутить, смотреть логи, ну, как бы стандартные операции выполнять. И как бы да, все это работает, как я уже говорил, оно работает на Spark кластере. То есть Amazon поднимает там у себя на ИС2 цепочку нот этих и устанавливает Spark. И вот этот glue job, она как раз ранится на этом кластере, а юзер всего лишь видит логи с него. Больше ничего. Мониторинг, то есть running in мониторинг, то есть какие есть у нас мониторинг для джобов, то есть там есть два вида, то есть даже три, наверное. То есть первый — это мониторинг выполнения самой вот этой джобы глю, да, она дает этот Spark лог, который можно потом проанализировать. И также есть еще два типа логинга, которые можно ставить. Это CloudWatch, то есть вот этот стандартный амазоновский сервис, да, CloudWatch, и туда можно пулить логи. Либо в CloudTrail. CloudTrail, насколько я знаю, он больше для API Logs используется. Но туда тоже можно. Да, тоже можно логи запулить. И автоматизация, да, то есть можно автоматизировать это по триггеру, как я уже упоминал, то есть он может быть on demand, это значит, он запускается по нажатию, да, по нажатию run, либо по schedule, либо в зависимости от какого-то ивента, то есть, например, предыдущая джоба завершилась, и следующая будет запускаться только после того, как первая закончена. И также есть функционал автоматизации по CloudWatch ивентам. То есть, если кто знает, то есть там в CloudWatch есть генерация ивенты, да, причем можно сгенерить ивенты на как бы большое количество, там есть большой range ивентов, да, от перформанса там какого-то инстанса, от какого-то там кастомного ивента. И в зависимости от этих ивентов можно тоже запускать glue job. Да, вроде бы все, поэтому. Если рассмотреть, да, то есть дополнительные фичи, да, которые есть у Glue, и также, то есть как он взаимодействует с другими сервисами, то есть его, то есть так как это новый сервис, да, то сейчас Amazon, они как бы стараются его развивать, делать как бы больше интеграции с другими сервисами, которые у них есть. Пока что они как бы, то есть у них есть уже, допустим, да, они могут взаимодействовать с RDS, там какими-то EC2 базами, но они добавляют еще, они добавили еще туда support EMR, то есть EMR — это Elastic MapReduce, то есть это Hadoop AWS-овский. И вот в этом Hadoop тоже можно использовать. Есть такая фича, как Glue Hive Metastore. Это значит, что каталог, да, который мы определяли в самом начале и каталогизировали эти объекты, их можно использовать непосредственно вот в этом EMR, да. То есть, если там ранится какая-то джоба, например, именно в самом EMR, да, написано там, ну, на Spark, допустим, она тоже может использовать вот эти вот объекты, да, которые находятся в каталоге, и работать с ними. Просто нужно там запустить кластер с поддержкой вот этого Glue Metastore.
Также, собственно говоря, вот эти, то есть после процессинга данных, да, обычно эти данные, они как-то используются. Например, для аналитики там или, допустим, отправляются куда-то в другую систему, да. И вот как раз-таки эти данные на S3, да, которые, допустим, уже запроцессились и сохранились там, они могут быть использованы, например, такими средствами, как Amazon Athena. Это, опять же, такой относительно новый сервис Amazon, который позволяет делать аналитику непосредственно на S3 данных. И вот как бы хорошо, он хорошо вписывается, опять же, в этот, хорошо работает с Glue. Также еще можно использовать Redshift Spectrum. Это такая фича Redshift, которая позволяет, опять же, делать с Redshift запросы на S3, тоже делать аналитику. Тоже хорошо работает, получается, с S3. Также есть саппорт партиционированных таблиц. Что это такое? Это партиционированные таблицы именно в виде HDFS. То есть, когда там, то есть партиционирование в HDFS, это когда хранится таблица разбивается, то есть она хранится на файловой системе, да, то есть и разбивается на несколько подкаталогов в зависимости от вот этого ключа партиционирования. И вот если такая структура хранится на S3, то, соответственно, Glue может с ней работать. Это очень хорошо с точки зрения перформанса. И, собственно говоря, следующая интеграция, да, это QuickSight. QuickSight — это PI-тула Амазона, да, которая, то есть выглядит она, это плюс-минус как табло, но попроще. И она как раз-таки тоже может, так как она очень тесно связана с Amazon инфраструктурой, S3, там, Redshift, то она тоже может быть очень, то есть она может использоваться как последний этап, да, вот этой визуализации данных, которые были запроцессированы Glue. Ну и да, Scala Language Support — это последняя, как говорится, это одна и тоже из последних фич, которая была добавлена в Glue. Это то, что Glue теперь может работать и на Scala тоже, кроме Python, Python и Java. Какие-то, то есть мы сейчас закончили с основной получается, с основной презентацией, да, если какие-то есть вопросы, то можно задать вопросы перед демо. Не, я демо буду уже корыть. Такой вопрос. Кто-то пробовал, работал с этим глю или нет? Я не. Нет, то есть новый. Ну а кто-то на питоне, на Python работал с ETL-ем? Да. Ладно, я думаю, ответ тоже нет. Ну тогда давайте перейдем к демо и посмотрим, как оно работает. То есть в демо у нас будет там, в принципе, там, три основных степа, да, то есть мы посмотрим, мы загрузим датасет с S3, сэмпловый, каталогизируем его и попробуем проранить ETL-джобу, которая, то есть, сделает процессинг, и вот эти вот output данные она положит у нас на S3, а также в Postgres. Сейчас я зайду на свой аккаунт.
Да, то есть вот что из себя представляет Glue. То есть у него есть это Data Catalog, ETL для джобов и, собственно говоря, все. Итак, то есть для начала там нужно создать именно таблицу. Она уже создана. То есть у меня локация, то есть у меня есть там тестовый бакет. Можно, кстати, посмотреть этот датасет. Вот есть, да, CSV-шный датасет. Это обычный там, обычный паблик датасет с данными по населению стран. То есть вот он, получается, я уже его добавил как таблицу, то есть он как бы уже каталогизирован в этом глю. Здесь, в общем-то, нужно добавить просто там метаданные колонок, да, если нужно как-то их поменять. И, в общем-то, так. И теперь он хранится как таблица в этом каталоге Glue. Также у меня добавлен connection. Это JDBC connection на Postgres, который, собственно говоря, работает на RDS. И Crawler. Да, тоже. То есть используется вот S3 краулер, да, который я создал. Работает он под сервисной ролью, да, которая имеет доступ на S3, соответственно. И с помощью него как раз-таки и была создана эта табличка. Так, у нас, да, у нас есть база данных, таблички, коннекшены. И теперь можно, собственно говоря, приступить к джобу, к джобе. То есть как добавлять джобы. То есть, ну, тут все просто. Задается какой-то job name. Потом выбирается роль. Можно выбрать либо скрипт, который будет генерироваться Glue, то есть это автоматическая генерация, либо уже существующий. Но выберем автоматическую генерацию. И также тут будут директории, которые будут у нас, в которой будет сохранен скрипт и логи. И больше тут ничего, в принципе, важного нету. Можем нажимать Next. Здесь мы выбираем Data Source, который уже у нас есть в каталоге. Нажмем Next. Так. Таргеты. Таргеты пока не выбираем, потому что будем рекламировать. Да, в принципе, можно выбрать потом. Потом заменим это в коде. Выбираем таргет. Здесь он предлагает нам определиться с маппингом source to target. В принципе, оставляем все так же. И review. Делаем save job. И, собственно говоря, вот он, Glue нагенерил на Python уже код. Причем здесь есть даже какие-то визуализации, типа по степам. Здесь можно посмотреть, что тут
получается 5 степов, да, то есть он applied mapping, selected филды, да, и потом сохраняет их. Все это, собственно говоря, на Python коде. Ну тут, в принципе, если кто-то работал со Spark в Python, это стандартный там Spark код. То есть вот так вот он выглядит. И так, но ну это автогенерированный скрипт, поэтому я его заменю на тот, который нам нужен, потому что там изначальная задача, да, была сохранить на S3 и записать базу данных. Поэтому у меня есть уже готовый, собственно говоря, готовая Java. Просто используем оттуда код. Jobs. Вот это джоба, вот скрипт, делаем копипейст, сейф. Я думаю, она его засейвила. Да. Что у нас здесь? То есть мы оставили степы эти apply mapping. Оставили вот эти степы, такие как apply mapping, плюс, ага, я добавил еще drop null fields и сделал еще трансформацию distinct на этом датасете. И, собственно говоря, это все у нас должно будет загрузиться на S3. Вот загрузка, собственно говоря, эта строчка отвечает за загрузку на S3 в паркете. Да? То есть тут указывается тип коннекшена, то есть это будет S3, connection option, то есть куда загружать, пас, формат, то есть мы грузим в паркете. И все. И второй, получается, лот у нас будет именно базу данных. И вот, в общем-то, этот лот. То есть здесь указывается connection к базе данных. То есть вот этот connection, он уже у нас есть в каталоге, поэтому мы можем просто использовать название из каталога. То есть он называется в каталоге Glue Output Database. И connection option. То есть в connection option указываем просто таблицу Glue Output и базу данных. Postgres. И все. Можно посмотреть, как оно работает. Запускаем. Можно как раз выбрать эту джобу, да. Смотрим то, что она ранится. Здесь детали, да, то есть детали по джобе, какой language используется, где будут логи, где, собственно говоря, этот скрипт будет сохранен, и сам скрипт. Не, оно где-то ранилось минуту, поэтому я думаю, подождем пока. В принципе, там данных очень-очень немного. Можно пока поговорить по логам, да, то есть, которые, вот, собственно говоря, эти логи. Логи glue. Это, как бы, в основном это логи от Spark кластера, если тут посмотреть.
Там, конечно, достаточно много информации, которая бесполезная, да, поэтому иногда достаточно сложно там что-то, именно полезную информацию там, понять, потому что это полные логи, да, поэтому есть error-логи еще. Так, ждем пока доранится и посмотрим, собственно говоря, output. Можно пока зайти на Postgres. Так, Postgres. Я не сохранил там Postgres Connection, поэтому сейчас, наверное, отсюда взять. Так, как у нас там? Да, выбираем эту базу. Сейчас посмотрим, какой у нас на output. Да, ну вот, собственно говоря, output у нас, который мы замапили, да, сделали distinct трансформацию. И, собственно говоря, вот уже наш обработанный датасет, он уже в Postgres. И второе еще проверим, есть ли у нас на S3 в формате паркет. Так, идем на S3. Идем в наш бакет, идем в паркет output. Ага. Видим, что у нас этот партиционированный паркет тоже здесь лежит. Его, собственно говоря, можно уже куда-то там трансферить в другую зону или в application. Значит, у нас все получилось. Это супер. Так, ну это в принципе все тогда, да. Демо, если есть какие-то вопросы, да, по демо, то что тоже можете задавать.